Доброго времени суток! Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом приготовления уникальной подкормки для смородины, которая найдется на любом участке. Это прелая прошлогодняя трава. Она очень эффективна в качестве удобрения для крыжовника и смородины, поэтому больше не требуются минеральные удобрения, навоз и перегной для получения хорошего урожая любимых ягод. В результате вы получите образующиеся осенью и распускающиеся весной почки, которые станут залогом хорошего урожая. Раз в несколько лет нужно подкармливать кустарники золой, в особенности на кислых почвах, но больше никаких удобрений не потребуется. Прелую прошлогоднюю траву вносят под кусты в начале осени, когда не только собирают урожай и завершился листопад, но и когда вы сделали обрезку и рыхление земли. Интересно, что в прелой траве формируются уникальные бактерии, которые уничтожают грибницу мучнистой росы и обогащают куст полезными витаминами и микроэлементами. А чтобы эффект был еще лучше, прелую траву смешивают с дрожжами, дают ей настояться в течение 12 часов, чтобы дрожжи активизировали процесс брожения, и после этого необходимо внести удобрение под куст. Оно повышает сахаристость плодов и увеличивает их размер, а также насыщает почву эффективными микроорганизмами, повышая ее биологическую активность. Это помогает вылечить кусты черной смородины от самых разных болезней, а также обеспечит стабильный урожай, минимум 4-5 килограммов смородины с каждого куста. Проверено практикой и временем.